Заходим в параметры, принтеры, сканеры, выбираем принтер управления, выбираем свойства принтера, появляется окошко, здесь выбираем настройка. Открывается окошко драйвера. Здесь выбираем двухсторонняя печать, весь вверх к верху. Нажимаем применить. Окей. Здесь окей. Теперь будут автоматически двухсторонняя печать. Проверяем. Нажимаем Ctrl-P. Выбираем Doku Color. Дополнительные настройки. Два. Doku Color настройка. Вот здесь двухсторонняя печать уже стоит автоматом. Теперь открываем Word. Нажимаем печатать. Выбираем Doku Color. Здесь только односторонняя. Выбираем свойства принтера. Открывается окошко. Здесь уже стоит двухсторонняя печать. Вверх к верху. Если надо будет печатать альбомную ориентацию, то поменяете вверх к низу. Окей. Печать.